Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова и мой канал «Заработок в интернете». Сегодня я хочу поделиться с вами таким расширением, называется SurfD. Это рекламное расширение, где нам за просмотр баннеров будут начислять денежку. Значит, и денежку нам начисляют в долларах. Это первое расширение, которое платит в USD. Пройдя по ссылочке, вы попадете на такой вот интернет-магазин Google Chrome. Нажимаете «Установить». Ну, я думаю, многие устанавливали расширение так или иначе. И, думаю, разберетесь. Тут ничего сложного. Я не могу сейчас вам показать, так как оно у меня установлено. Просто хотела вам как бы показать. Сейчас я перейду на другой браузер. Вот здесь вот оно у меня установлено. Так вот оно выглядит, да? Вот, пользователей уже почти 3000. И минимальный вывод отсюда 3 цента. И вот оно, вот это вот у меня расширение. Видите, три полоски таких вот черных. После того, как вы установите, у вас появится 3 вот таких полоски. Вот это расширение. Просто на него нажимаете, и вы уже как бы автоматически попадаете в кабинет. Вот мой баланс. У меня уже на балансе 5 центов. И нам вот внизу будут показаны баннеры. От 1 до 4 баннеров. Так, давайте даже перейдем на какую-нибудь страничку. Вот, если видите, вот внизу вот она, наши баннеры, которые нам показывают вот это расширение. Значит, если оно нам мешает, вот здесь внизу такая галочка, можно переместить вверх. Так, можно опять переместить вниз. И вот здесь сбоку еще есть вот такой вот крестик. Так, пропала моя реклама. Давайте на другой браузер сейчас перейду. Сейчас появится. Страничка загрузится. Вот здесь вот крестик. Вот она появляется, моя рекламка. Вот если она нам мешает внизу, мы ее можем переместить вверх. Вот она, рекламка пошла. Рекламы очень много. А если мы не хотим, чтобы она здесь на данном сайте была, да, где мы работаем, можно просто закрыть, скрыть панель. Вот. Далее давайте перейдем в профиль. Значит, ну что здесь еще такое? Здесь наша главная страничка. Это расширение, оно платит. Как бы вот здесь у меня этот стоп-список, где я, как бы она мне мешала. Вот далее что? Можно рекламировать свои проекты, добавить баннер. А здесь пополнить, история пополнений. Я еще ничего не рекламировала. Значит, ссылка на ваш сайт, категорию можно выбрать, заголовок, описание, баннер загрузить. Ну и здесь там далее как бы создать баннер и пополнить баланс. Значит, и за 1 доллар вы получите 90 тысяч, что вот здесь немножечко не понимаю. 90 тысяч 909 показов. Это 125 переходов. Далее что? Профиль. Вот вывод средств. Указываем сюда PR кошелек. Комиссия 1 цент. Так. Значит, кошелек, сумма уже по умолчанию. Комиссию 1 цент. Значит, ставим сюда галочку, нажимаем «Создать заявку». Минимальный вывод, как я уже сказала, 3 цента. Я не хочу сейчас просто выводить. Мне еще ничего я не выводила. Как бы. И здесь рефералы наши находятся. Значит, здесь партнерская ссылочка на главную страницу и партнерская ссылочка на расширение. Здесь можно включить рекламные материалы.
будут баннеры, так? Далее. Так, баннер. Так. И что еще? Так, ну, рекламный так. И опускаемся ниже. Можно еще здесь двухфакторную аутентификацию включить. Все по-взрослому, все серьезно. Здесь структура наша. Ну, а здесь партнеры будут отображаться. Вот такое вот интересное расширение. Здесь очень много уже народу. Как бы, да? И проект платит. Очень я много видео просмотрела, ну, уже по выводу. Вот, я хочу немножечко поднакопить, потому что я сейчас поставлю 5 центов на вывод. У меня здесь снимут 1 цент, Payr снимет 1 цент. Ну, что, у меня 3 цента останется. Вот. Ну, а потом я чуть-чуть поднакоплю, я, естественно, буду делать видеообзор по выводу. Кому интересно, устанавливаем расширение, зарабатываем без вложений. Можно без приглашений. На полном пассиве, просматривая рекламку. Мешает, выключили. Вот. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.